Замученный дорогой я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня пустил, и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Эй! Вот как дома путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел я за столом. Лесник сидел напротив, болтал о том о сём, что не среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Будь как дома путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. И волки среди ночи завыли под окном. Старик заулыбался и вдруг покинул дом. Но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес. Будь как дома путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, кой желаешь, расскажу. Кой желаешь, расскажу. Кой желаешь, расскажу.